Здравствуйте. Несколько дней назад посмотрела передачу «Субличность». Очень, конечно, интересная. Надо еще будет пару раз пересмотреть. И большая благодарность, конечно, за знания. Ведь они необходимы для того, чтобы разобраться хотя бы в каких-то своих жизненных ситуациях. Мне, например, какое-то время пришлось жить с человеком, у которого явно было несколько субличностей. То есть я их на то время определяла, что в человеке есть несколько человек. И очень четко их различала. Там по интонации, даже цвет глаз менялся. И вообще весь облик, манеры, ну и как-то какие-то мелкие вот детали были наблюдения. Но я долго не могла в этом, ну, как бы разобраться, что это, почему это, и где искать ответ. И тут вот ответ, можно сказать, исчерпывающий, и понимаешь, откуда, что и как. Вот еще остался один вопрос, а как же, если у человека несколько субличностей активных, а как же разобраться, где он настоящий человек, где вот эта личность, которая... Вот должна быть сейчас. Как это определить? Спасибо.